Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Galaxy S22 Ultra. И сегодня я покажу вам, как поменять приложение по умолчанию в данном устройстве. И для этого нам нужно перейти в настройки. Переходим в настройки и ищем пункт приложения. И здесь мы можем выбрать приложение по умолчанию. Это может быть браузер, главный экран, звонки и так далее, и так далее. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.